Беларусь – это уже пятая страна, где я живу и работаю. Вместе со мной путешествует и моя семья. Переезд на новое место всегда связан с изменениями и рядом неудобств. Многое может быть непонятно, и я полагаюсь на поддержку и знания людей, которые живут в этом месте. Одновременно я делюсь с ними своим опытом и навыками. Как сотрудник программы развития ООН, я работаю в области развития. Миграция открывает новые возможности как для самого мигранта, так и для принимающей ее или его страны и сообщества. Чтобы увеличить вклад миграции в человеческое развитие, необходима поддержка – юридическая, экономическая, социальная – для мигрантов и местных сообществ. ПРООН включает миграцию в вопросы развития, использует цифровые инновации, расширяет доступ мигрантов к услугам и экономическим возможностям. Это помогает их интеграции в общество, сокращению неравенства. Мы разные, но у нас есть много общего.